Друзья, здравствуйте! Сегодня мы готовим с вами десерт из творога, кокосовой стружки, сахара и шоколада. Десерт будет называться кубики. Пропорции будут указаны под видео. В глубокую миску мы отправляем творог. Он у меня не сильно влажный, но и не пересушенный. Также сюда отправляем подготовленную кокосовую стружку, сахар, ну и ванилин или ванильную эссенцию. У меня ванильное масло. Всю эту массу хорошо перемешиваем. У нас получилась очень вкусная масса из творога, кокоса и ванили. Что мы делаем дальше? Можно просто руками наделать шариков и их заморозить. Эту массу можно выложить просто в подготовленную форму одним пластом и заморозить, потом нарезать ее кубиками. Я же буду наполнять силиконовые формочки. Форма в виде кубиков. Наполняем. Хорошо утрамбовываем. Друзья, мы наполнили формы, а теперь берем ножом и все лишнее снимаем. Выравниваем наши кубики. Нам осталось наши полуфабрикаты заморозить. Отправляем их в морозильную камеру. Друзья, пока замораживаются наши полуфабрикаты, растопим шоколад. Я взяла двух сортов. Здесь у меня шоколад с чипсами. Высыпаем в мисочку. И вскрываем еще плитку шоколада. Наламываем кусочки. Наберем ковшик, наливаем воды и разогреваем воду. Топить шоколад мы будем на водяной бане. Все то же самое можно проделать в микроволновой печи. Итак, я наломала шоколад. Сюда мы отправляем столовую ложку растительного масла без запаха. И ставим на водяную баню. После того, как мы растопим шоколад, я перелью его в глубокую узенькую посуду. В данном случае у меня чашка. Также я приготовила шпажки. У меня шпажки тоненькие, а мне нужны они толстоватые. Я их просто собрала в 4 штучки и зафиксировала резиночкой. Так, проверяем шоколад, перемешиваем. Добавим еще одну столовую ложку растительного масла. Выключаем газ. Друзья, я достала из морозилки полуфабрикаты. Теперь надо вставить палочки. В посуду переливаем растопленный шоколад. Ну и теперь берем каждый кубик, макаем в шоколад и выкладываем на пергаментную бумагу. Друзья, я окунула в шоколад все кубики, вынула деревянные шпажки, и сейчас нам надо их немного подержать еще просто в холодильнике. Отправляем в холодильник. В холодильнике я подержала всего 10 минут кубики. Достала из холодильника, освободила кубики от пекарской бумаги. Один кубик я порезала, здесь были деревянные шпажки, ну и когда я вынула их, шоколад капельку протек вовнутрь. Десерт вкуснее любого торта и печенья. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и пока-пока!